региональные состязания у себя в Новомосковске они проходили. Вот, выиграли многоборье, почти выиграли эстафету, выиграли теоретический конкурс. Ну, в общем, за счете оказались первые и приехали сюда. 10 лет уже почти учимся вместе, практически все один класс. Вот. Ну, один класс, вот. Еще даже некоторые из детского сада вместе, если считать, с пеленок, все кореша тут. Машка, может, третий раз приезжает сюда, 2 года подряд приезжала. Сейчас мы третий раз приезжаем, своим классом. Мы богаты пряниками, то у нас богаты пряниками. У нас есть самовары, у нас есть оружие. Мы крутые ребята, наш город хороший, чистый. Сейчас ремонт там такой. Хорошо. А что вы ожидаете от президентских состязаний, главное? Результата какого? Заполучить новых друзей, знакомств. Никто не может, я оттуда поможет.